История дня на ТВ Рус. Привет всем, это ТВ Рус на календаре 26 ноября. Чем примечателен этот день в истории, сейчас разберемся. В этот день, 154 года назад, появился первый в мире вагон-рефрижератор. Но это прадедушка холодильника. Кто первым из людей догадался, что продукты питания дольше хранятся в охлажденном виде, историю умалчивает. Но вагон-рефрижератор придумал и разработал один американский предприниматель, который поставлял в разные страны сливочное масло. Интересно, что для разработки современного холодильника в 30-х годах прошлого века не обошлось без помощи женщин. Немецких, кстати, домохозяек. К ним прикреплялись нитки и проводили с ними эксперименты. Ученые наблюдали, как женщины передвигаются на кухне. И именно благодаря немецким домохозяйкам в наших с вами холодильниках появилась полка для бутылок. А еще 26 ноября в 1885 году была сделана первая фотография падающего метеора. Так что смотрим сегодня внимательно звездное небо и загадываем желание. У меня одно, чтобы все мамы в мире были здоровы. Ведь 26 ноября еще и День матери. Всех мам поздравляем! Из необычных праздников сегодня День сапожника. Профессия, кстати, исчезающая. А еще 26 ноября можно отметить День торта. Кстати, кондитеры за глаза Германию называют страной торта. Она подарила миру огромное количество вкусных десертов. Ну и, конечно, самый популярный торт Германии – это шварцвальдский торт. Его придумал Жозеф Келлер. Очень талантливый кондитер, который только ради эксперимента в 1915 году добавил к шоколадному торту со сливками вишню. Эксперимент удался. Это было блаженство. Вот таким интересным оказался этот день в истории. Всем хороших выходных и до встречи на ТВ Рус. Пока! История дня на ТВ Рус.